Выкованные из стали, закаленные в боях. Машины, которые не только разрушали, но и защищали. Техника, на которой обкатывались передовые технологии для своего времени, опередившие это время. В нашей программе «Мир танков» вы узнаете историю многотонных машин, созданных, чтобы крушить врага. Уникальный в своем роде, один из последних представителей своего семейства. Советский легкий танк сегодня в нашей программе. Итак, сразу быка за рога и к объекту нашего визита в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. Цель визита – вот этот стальной малыш. Говоря языком современным, это эксклюзив. Легкий танк Т-30 – тот случай, когда необходимость заставила упростить передовую машину и бросить в бой. Прародителем «тридцатки» был Т-40 – советский легкий плавающий танк, работа над которым началась в 1939 году. Вел проект выдающийся советский конструктор Николай Александрович Астров, разработчик практически всех отечественных малых и легких танков того периода. Итак, в чем уникальность этого танка? Только у нас в Кубинке сохранилось и 30-ка, и 40-ка. Хотя они принимали активное участие в начале Великой Отечественной. Но внешние танки очень похожи. Разница несущественна. Главное, он перестал быть плавающим. И разница для наших танкистов иногда была спасительной. Но обо всем по порядку. Итак, габаритные размеры машины. Длина корпуса 4110 мм. Ширина 2330 мм. Высота 1905 мм. Клиренс 300 мм. Бронекорпус сложной конструкции, разработанный инженером Богачевым на Т-30, был усилен. Бронирование увеличилось. Лобовые и бортовые броневые листы, изготавливавшиеся из катанной гомогенной брони, выросли с 13 до 15 мм. А под башенной коробки, башни и броневая маска оружия до 20 мм. Обратите внимание, внимательно посмотрите на внешность танка. Она вам ничего не напоминает? Современные МТЛБ, БМП, БТРы, только маленький. Вы понимаете, когда была заложена мощь нашего современного оружия? А это, между прочим, 1941 год.
Компоновка легкого танка для боевых машин того времени была стандартная. Боевое отделение, совмещенное с отделением управления, находится в средней части корпуса машины у левого борта. Справа моторное отделение, в носовой части трансмиссионное, в кормовом отделении по бортам корпуса размещаются топливные баки, отгороженные броневой стенкой. Командир танка звучит гордо, но помимо командира он должен был быть еще и заряжающим, наводчиком, а иногда и радистом. Огневая мощь после модернизации сороковки усилилась. 20-миллиметровая пушка «Швак-Т» с боекомплектом 750 снарядов и пулемет «ДТ» с 1512 патронами в 24 дисках. Башни и пушка наводятся и двигаются вручную. У механика-водителя для стрельбы из стабельного оружия предусмотрены три бронепробки. Мотор расположен сбоку от мехвода. Это четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-11 мощностью 85 лошадиных сил. А еще тут четырехступенчатая коробка передач с демультипликатором от грузовика ГАЗ-51. На тот момент он был еще опытным. Как можно не любить танки? Как можно не изучать историю своей родины? Я не понимаю. Ходовая часть танка тогда была новаторской в советском танкостроении. Такую ставили тут и на КВ-1 — индивидуальная торсионная подвеска. Односкатные опорные катки вкупе с передним приводом боевой машины делали танк достаточно мягким в движении. Мелкозвенчатой гусеницы с шириной двухгребневого трака в 260 мм вполне хватало достаточно легкой машине для преодоления препятствий и бездорожья. Максимальная скорость по шоссе 45 км в час. Для пятитонной машины это очень неплохо.
Низкое удельное давление на грунт и высокая удельная мощность позволяли Т-30 в легкую двигаться на грунтах со слабой несущей способностью. Процесс управления прост и понятен. Вообще, все машины Астрова были легко управляемы и всегда при должном обслуживании слушались рычагов. Тем более, что тормозить можно и педалью тормоза, как на обычном автомобиле. Обзорность при закрытом люке не только прямо, но и в триплексы по бокам. В принципе, сидя посередине, чувствовать габариты машины несложно. Хотя мне говорить легко, в меня не стреляют, и я еле тащусь. Боевое отделение разделяет пополам карданный вал, идущий от двигателей КПП к передней части машины. Спереди, под ногами, ничем не закрытый, установлен мост с приводом на бортовые редукторы. Тут хорошо видны два многодисковых бортовых фрикциона с сухим трением, сталь по стали, и ленточными тормозами с накладками из ферадо. Такая компоновка была целесообразна с технической точки зрения. Но при ранении мехвода управление танком было затруднительно. Эвакуация раненого в ограниченном пространстве практически невозможна. В движении малыша можно сравнить с хорошим, но тяжелым снегоблатоходом. Баков по пересеченной местности хватало на 200 километров, по дорогам максимум 300. Из-за плохого бронирования машины старались использовать для вспомогательных целей, поддержки пехоты, разведки. Но первые месяцы войны диктовали свои условия. Аналогичных танков в мире не было. Плохое бронирование компенсировалось подвижностью и маневренностью. Но немецкие пушки пробивали тридцатку на любом расстоянии. Самая активная фаза боевого применения Т-30 пришлась на зиму 1941 года. Ожесточенные бои за столицу нашей родины Москву показали, что личное мужество экипажей компенсирует слабое бронирование танка, но, увы, не сохраняет жизнь защитникам. Все было брошено в бой. Оценивать эффективность машины нет смысла, так как машина не раскрылась в своем изначальном задуманном потенциале. Полигоном для отработки новейших тактик, технологий уничтожения, которые успешно развиваются и по сей день, стала наша страна. Мы заплатили за них миллионами жизней. Осознайте это и цените, что вам довелось жить в мире.